Смотрите, какие хорошие вагончики, новенькие. Все дают запакованное вот так. Тут табло, можно включать, выключать свет. Хороший новый вагон, да, Саша? Ну, получше, чем мы. Получше, чем мы в Одессу. Мы ехали в Одессу. Да, вообще замечательный такой вагончик. Такие удобные, кстати. Пришельцы. Нашли туалет? Нашли, там вот через пол. А, так а там никого там нет. Там тоже закрыто было. Что там закрыто? Ну, мы думали, вы соседний вагон пошли. Не, мы подумали, вы пошли сосиски продавать. Да ничего, что Жень, не закрывай. Ну, потому что вы сначала предлагаете, а потом... Слушай, а жарко вообще-то. Говорю, жарко, да? И в обуви, Жень, откроем, дышать нечем. Пусть еще проветрится. Ну, потом закроем, когда будем спать. Ну, вот там. Ну, реально жарко. Там первая кабинка, такие много нигеров. Там не ничего. Нет. Там? Там девочки уже в пижамах. В смысле, в пижамах спать уже собрались? Ну да. Просто переодели, чтобы удобно. Да он уж потемнело все за бортом. Ну все, значит, ночь. Сейчас мы посмотрим, как Женька выдержит. У нас тут нормальный пока пир. Стелится себе, стелится. Да будет трапеза, да? Да. И все в руках. Мы хотели открыть окно, оно не открывается. Я вас не снимала. Ребята, вкинули уже по 3 бутылки пива. Уже начинают убивать стекла. Дышать им нечем. Вообще кошмар. Я пью безалкогольное. Если что. Это муляж. Нет. А вот он пьет алкогольное. Вот у меня как раз ноль. Тебе можно глотнуть. Можно попробовать ему дать? Юля, он уже разговаривает. Так это безалкогольное. Это что, маленький глоточек? Что будет? Я говорю, нет. Женя, говорю, мать вторая разрешает, но тут первая есть. Первое мнение не учитывается. Какая вторая мать? За твой счет ведет тебя в ресторан. Тогда я разрешу глоточек. Договаривайся с ней. Тогда мы закроем первую мать дома. Да, надо ее под замок. У меня есть окно. А, ну так мы купим... Замки на все окна. А вообще закрывайте и идите с Богом. Я поставлюсь, пожалуйста. Где вы останетесь? Не вы, только я. Вас оттуда. А где? Не в домике? Так мы твою мать закроем и пойдем. Я говорю, идите. Ну что, тогда, если захотите оставаться. Да, у нас там шикарный дом. Идите. С видом на... На веранде. Да. С глинтвейном. Идите все. Ты черепашку знаешь? Черепашку видела? Черепашка там тихо. Ребятки. На, Юленька, подержи, вот пока она, я. Вот она. Оказывается, уже в поездах есть даже микроволновки, где вот мы нагрели курицу. Не везти, где мы ехали не в поезде, не было микроволновки. Но здесь это есть. Это в этом повезло. Да, микроволновка, вот мы подогрели. Юля, она сразу текает, ну, смотрите. А не то потом я могу и не залезть. Давай, чухай. Жека, давай номер. А ну давай по-быстрому. Две лестницы, смотри. О. Уже лучше. Да. Тренировки. Так, а дальше не поймет, куда же мы подеться. Тренировки. Семен Семенович. И верхнюю лапку выше ставь. Выше ставь. Оп. Смотри. Залез. Тяжелая. Сколько сосисок есть. Не смог. Вершина не покорена. Жека, ну, Жека. Давай по старой технологии. Давай. Да. Асили, ты же ногу на верхнюю еще не поставил. Тебе там же идет? Сильно высоко да? Отталкиваться. Жека. Вон еще верхняя эта штука есть. Для того, чтобы ты ставил технологии. Ногу туда. Ты сильно решил, что у тебя шпагат. Не, он все, ну поставил по старому графику. Давай. Сейчас попу занесем на левое кресло. Вот, видишь, ты высоко ногу ставишь, и у тебя получается. Потому что ты низко ногу оп, поставил, все. У тебя не получалось. Получилось. Молодец. Давай, Катя, следующий. Я знаю, как у меня тут еще есть третий этаж. Да? Да. Если, правда, убрать вот эти все одеяла. Что у нас здесь есть? Митинг против Путина. А? Зато теперь есть розеточки. А что это такое вот это вот? Фиксатор полычки. Нет, не знаю.
А, это типа, если мы закрепим, да, вверх? А, крючочки. А где тут розетку видела? Вон, под низу. А, вот тут у нас есть еще даже розетка, лампочки. Вообще хороший такой вагон, мне нравится, да, Женя? Классный вагон. Хай-фай. Да. Скажите уже, юный профессионал скоро будет делать свой канал. Подписывайтесь на него. Надо проснуться пораньше и смотреть дорогу. Я люблю дорогу смотреть, а сейчас ничего не видно, темно. Проснуться пораньше? Да, в 5 утра встаем. В 5 утра еще будет темно. Да, во сколько? В 6 надо? Ну, где-то в 7. Пол седьмого. И это Катя уже зевает. Катя. Не, я чая хочу. Рекламируйте меня, скоро я. Давай. Скоро буду конкурентом. Хорошо. Я тебе сделаю потом рекламу, как только ты сделаешь первое видео свое. Да, скоро. Безвозмездно. А когда ты будешь делать? Вот и начнет в Карпатах. Да. Когда с Тюба мы его столкнем. Когда ты будешь канал открываться? Я весной. Весной? А что весной? В апреле. А что именно в апреле? Мартовский. Потом на Барни на день рождения. Буду первое видео Барни на день рождения. А, вот оно в чем дело. Понятно. На коте будешь контент делать, да? Да, у меня контент будет на коте. Угу. Весь посоль. Маме и фото хватает. Я... как первые деньги получу от Ютуба. О, это прям, если ты будешь сразу делать за деньги, можешь даже не начинать. Я тебя огорчу это. Не, это нужно делать в удовольствие. Не, мне надо купить снаряжение коту просто. А какое коту надо снаряжение? Мягкого дога, чтобы он со мной мог выходить на улицу. А мама знает эту идею твою? А, маме, они не обязательно знать. Слышишь, Юля? Тут твой сын сказал, что ему нужен поводок, чтобы Барни с ним на улицу ходил. Я буду ему делать красивые кадры. Я думаю, с этим поводком, блядь, Барни будет бежать. Я такого еще не слышала. Что, ты не знала, что готовы будет на поводок? Да нет, конечно знала, но что именно ваш Барни? Это с детства надо делать, боюсь, у вас уже это не получится. Мы не на Бали едем. Ребят, мы хотим. Ребят, мы поедем на. А, шо? Со Львова, пенсионер. Мы едем на Бали. Буду ему отмечать день рождения. Короче, зима отменяется, едем. На маминый день. Там пальмы, солнце, пляж, песочек. Так, ладно, ребят, мы будем отдыхать. Можно еще попить. До завтра. Песнопения начались с Александра. Да тихо, еще тихо. Юля, может, стучит? Что? О, да будет свет. Стучит ему ногой. Доставай свои ноги. Зая, ты храпишь. Ну, ты хорошо. Слышишь, у меня такое ощущение, что тут щелочка, я слышу все, что они там говорят. Да, угу, так слышно все. Да, слышно что-то у нас с соседи. Будем за ними послушать, что они решили. Чик. Завтра выезжаем, берем такси. Мы едем с ними куда? Красиво солнышко встает. Доброе утро. Истинно доброе. Доброе утро. Вот такая Юля. Юля у нас не выспалась. Юля. Вот такая. Как спалось? Отлично. Вообще мне кажется, вам всем отлично спалось, кроме меня. Вы все нормально храпели. Кто не шевелился даже. Я на одном дыхании проспал. Вообще, я не знаю, как вы так умудряетесь. Я не смогла уснуть даже в поезде. Видите? Не, у меня руки-ноги отекали периодически. Надо будет тебе этот, беруши. Знаешь, что ж, канал, я в наушниках сидела, и через наушники было тебя слышно. Да, я тоже в наушниках. Я с тобой разговаривал? На своем языке, да. Да.
Мне казалось, я так хорошенечко посплю. О, одна, знаешь, одна степь. Степь да степь. Так, надо идти умываться. А что, тут кофе не подают? Нет, не подают. Не, надо же, наверное, спросить у этой. У нас один напиток включен. Зайка, иди в туалет и узнай за кофе. Не думаю. Где красивые стаканы, вот эти, знаете, металлические? Подставочки. Да. Наверное, уже все подошло. Саш, ты мне тоже чай достань, пожалуйста, а то не буду крепкий. Теперь он одноразовые стаканчики, да? А, Рахов возит, кстати, синий диранов. О, так мы тоже относительно недалеко. От чего? Национальный природный парк. Кстати, какой классный. Грузится, тут нет интернета. Нормальный какой... интернет. Нормальный интернет. Ну, грузится мне так долго. Так перезагрузи телефон. Я уже перезагрузила. Катя, посмотри. Смотрите, какой новый вообще, новюсенький такой классный поезд. Мы... Катя, это мы в Ивано-Франковск приехали, и у нас поезд на целый час задерживается. Катя. Встал тут впереди, нам не видно теперь ЖД вокзала. Катя. Катя, 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 Катя. Он скоро нас Саша так будет закрывать. В ванной? Да, же мы сильно много не ели. Так там где-то что миска с едой у них стоит, в их там закрытом этом. Ну, так это им на неделю. Все в телефонах. Что шло снегу. Такой вопрос. Они говорят, где же на лыжах кататься? Люди едут, и снега нет. Ну вот же, чуть-чуть снег есть. Вот три сука снега. Как раз нормально на лыжах покататься. Мы вон едем, оно больше и больше. Да, вот смотри, чем дальше едем, тем больше. И леса их не пустят. Это мы как-то в гору начали подниматься. Да? Может быть. Может быть. Красивенные леса. А может быть. Стекла грязные. Это же нету. Стекла грязные, блики солнца. Ага. Все, мы приехали. Доставаю эти курточки. У нас потеряшка, проводница. Если бы я не сказала, она бы дальше убирала следующий вагон. Вот твои, это мой. Да, это мой. Проверь, Юль, там ничего нету, Жень, проверь. Подожди, Юля, вот мой чемодан. Посмотрите, чтобы мы ничего не оставили. Лянь вытерлась и говорит, посмотри. Ну так, Женя, ну что, не можешь просто под низом посмотреть? Просто посмотреть под низом. Ура! Ура! Александр! Александр! Уч! Я живая! Ура! Мы приехали! Не.